конце декабря инспекторы центра ГИМС регионального МЧС провели ледовую переправу «Тоджинская» через Большой Енисей в Тоджинский район. По его результатам составлен акт технического освидетельствования на открытие данной ледовой переправы грузоподъемностью 5 тонн. Сейчас допущены к эксплуатации все 5 ледовых переправ, имеющихся на территории республики. Кроме Тоджинской ледовой переправы открыты также Улукхемская в Улукхемском районе, Карахакская в Кызылском районе, Усть-Буренская и Бельбейская в Кахемском районе. Скорость движения по этим переправам не должна превышать 15 км в час. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности переправ.